Если мне не показалось, то это Лейла Лива. Если мне не показалось, если я не попутал, если я не напутал, и я знаю, что... Самая красивая! Я просто знаю, что если ее не забрать, она чисто душа по душе, она просто не сможет уйти от людей, а поэтому я украду, пусть все на меня будет, пусть меня ненавидят, а Лейлу любят всегда. Какая же красивая! Как настроение? Очень хорошо, прекрасно, как всегда. Ждали нас, Лейла? Очень ждала. А что вы встали там? Ну-ка выйдите, надо всю красоту, надо всю видеть. Всем надо смотреть. Лейла, очень ждали, честно? Да, я думаю, что не только я, весь город ждал. Ну, мы-то как-то ждали. Чье выступление сегодня ожидаете больше всего? Ой, это такой вопрос сложный. Всех. Первые? Кто первый? Все. Первые. У нас нет вторых артистов. Да, нет вторых артистов. И, конечно, хочу в первую очередь сказать добро пожаловать в Баку. Я счастлива, что такое мероприятие, которое объединяет всех, проходит именно в нашем городе. Это, не знаю, это очень многое значит для всего мира, наверное, потому что музыка объединяет. И я чувствую вашу любовь и отношение к Азербайджану. Спасибо вам за это. Это очень искренне, Лейла. Дай Бог всем всего самого хорошего, чтобы все мечты у всех сбылись. Спасибо большое. Какая же вы добрая, спасибо, взаимно, спасибо вам большое. Ой, спасибо большое, дайте зарядиться вашей энергетикой. Спасибо большое, Лейла. Хорошего вечера. Невероятное.